Всем привет! Продолжаем гулять по античным мифам. Смотрим сюжеты, картины и что на них написано, нарисовано, какие скульптуры. Вот сегодня я хочу вам вкратце рассказать о Мелиагре. Мелиагр – это герой знаменитой каледонской охоты на свирепое вепря, посланного Артемидой на Каледон. Итак, у царицы Алфеи и царя Айнея родился сын, которого назвали Мелиагром. В час рождения ребенка в очаге ярко пылало полено, и богиня судьбы Мойры предсказала родителям, что их сын будет жить до тех пор, пока это полено не сгорит. Когда они услышали эти слова, Алфея выхватила полено из огня, потушила и спрятала его. Много лет спустя богиня Артемида разгневалась на Энея за то, что он не принес ей жертвы, и наслала на Каледон вепря, который опустошал царство. По призыву Мелиагра вместе с другими героями на охоту вызвалась идти ловкая и смелая охотница Аталанта. Нашли они это чудовище, первое ранило чудовище Аталанта, и после того, как Мелиагру удалось все-таки добить зверя, убить его, охотник, влюбленный в девушку, отдал ей голову и шкуру этого вепря. Другие участники, конечно, завидовали, воспротивились этому, говорили: не отдавай, не отдавай. И в споре Мелиагр убил своего дядю Плексиппа. Вот такие у них были, понимаешь, отношения. Алфея, узнав о смерти брата, ослепленная гневом, бросила в огонь заветное полено. Предсказание сбылось. Мелиагр умер, а Алфея, осознав содеянное, в отчаянии пронзила себя мечом. Грустная история. Миф о Мелиагре зародился в эпоху материнского права, когда брат считался более близким родственником, чем сын. Вот такая грустная история о Мелиагре и о бревне, о полене, которое его погубило. Ну, это такая шутка. Все, пока, всем привет, до свидания. Посмотрите картины. Пока-пока.